Ярославль, улица Свободы. На перекресток выезжает маршрутный автобус. На светофоре мигает зеленый. Проскочить налево надеется водитель паркетника. И вот результат. В бок машины врезается маршрутка. Пострадал ребенок. 5-летняя девочка ехала в микроавтобусе. С места ДТП ее увезли в больницу. Серьезная авария на улице Гагарина. Напротив комплекса «Арена-2000» иномарка сбивает девушку. Барышня поторопилась перейти дорогу. Зеленый для пешеходов еще не загорелся. Водитель машины нажал на тормоз, но предотвратить аварию не смог. К месту ЧП сбегаются прохожие, оказывают первую помощь. Сейчас пострадавшая лежит в больнице. А это видео из разряда «Уснул за рулем». Недалеко от поселка Суринское в Ярославле автомобиль такси влетает в грузовик. Капот машины загорается. От сильного удара снегоуборочный КАМАЗ катится вперед, а там самосвал. Пострадал водитель легковушки. Уже несколько дней таксист плотно общается с травматологами. Аварийным на этой неделе можно назвать перекресток улицы Лисицына и Мышкинского проезда. Вот кадры столкновения автомобиля Kia и «Жигулей». Налицо несоблюдение правил приоритета со стороны шофера иномарки. Автолюбитель не убеждается в безопасности поворота налево. В Kia врезается пятерка. Люди не пострадали. Запись следующей аварии свидетельствует о невнимательности водителя лесовоза. Мужчина не соблюдает дистанцию. Да что там дистанцию? Шофер вообще, похоже, не видит перед собой другую машину. В результате по сторонам разлетается снег, движение на Мышкинском проезде осложнено. Нехороший итог получился еще в одном ДТП. Все тот же перекресток не поделили две иномарки. Водитель белого минивэна заканчивает маневр, не убедившись в его безопасности. Тут на перекресток на большой скорости влетает красный автомобиль, сталкивается с минивеном и уходит в забор. Сносит светофор. К счастью, люди не пострадали. Королем обзора можно считать водителя «Жигулей» 99-й модели. Товарищ выруливает из правого ряда на проспекте Ленина, пытается обогнуть грузовик и повернуть налево. Задумка не увенчалась успехом. Самосвал таранит легковушку почти со всех сторон. Запомните этот яркий пример мнимого превосходства на дороге. Учитесь на чужих ошибках и не совершайте своих. Обзор подготовлен при поддержке компании Ярнет.